8 октября 2021 года в общественной приемной Мозырского района организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь», расположенная по адресу Мозырь, улица Советская, 160, кабинет 101, прием граждан и юридических лиц проведет Пархоменко Василий Васильевич, директор средней школы номер 6, председатель КТОС Заречный, депутат районного совета депутатов 28-го созыва. Время приема с 11 до 13. Предварительная запись 7 октября 2021 года по телефону 25 37 17 с 18 до 19 часов.